сейчас, друзья, мы возвращаемся уже с горы вниз. И, к моему большому удивлению, мы попали в средневековую маленькую деревушку, которая находится практически на вершине горы. И посмотрите, все выполнено из камня. И выглядит это очень-очень-очень внушительно, потому что этой деревне более 100 лет. Она очень древняя, здесь прям все пропитано историей. И я сделаю маленький такой обзор, буквально небольшой, и будем двигаться дальше. Это место называется Сан-Марти де Романья. Это приходская церковь в организации населения Романья де ла Сельва. Здание, в котором находится эта церковь, представляет собой здание в стиле раннего романского стиля 10-11 веков, построенное еще в 1019 году. А вообще расположена она на вершине горного хребта, в опоре, отделяющей Валь-де-Ара от долины Калонже, и принадлежал архидьяколу Ла-Сельва. На данный момент он принадлежит протоиерею Бисбала. Во время реставрации, проведенной в 1970 году, на стене Н были обнаружены древние римские двери. Внутри находится вырезанное из дерева изображение Сан-Марти, созданное в 20 веке скульптором Алома Модестам Флуива. Здесь по-прежнему отмечаются мессы круглый год во второе воскресенье каждого месяца в час дня. Это место упоминается как владение монастыря Сан-Фелиу-де-Гишол в 968 году и более явно в пожертвовании, сделанной графами Барселоны в 1016 году. Колокольня романского периода имеет четырехугольное основание и на верхнем этаже двойные окна с полукруглыми арками. Часовня и резница, пристроенные к южной стене, являются результатом реконструкции уже в 17 веке. Погуляв немного по средневековому городку, мы двинулись дальше, а следующий населенный пункт – это Лиагастера, Испания, а точнее сказать Каталония. Лиагастера – небольшое поселение, возникшее, по мнению ученых, еще в эпоху палеолита, но ставшее владением феодала только в 1375 году. Активное развитие Лиагастера пришлось на 18 век. Расцвет пробковой промышленности, ставшая впоследствии основным двигателем экономики города на протяжении многих лет. Это стало причиной роста Лиагастеры. Сегодня ее насчитывает население 8 тысяч человек. Город имеет действительно уникальное расположение между охраняемыми природными зонами, холмами Кадиренис и массивом Гаверис. Здесь остались свидетельства о прошлом Лиагастеры, часть стены старинного замка и три оборонительные башни.
Прекрасные пейзажи придутся по душе не только экотуристам, но и любителям спокойного отдыха. Пешие и велосипедные прогулки рядом с городом очень популярны, особенно по прежней узкоколейке, соединяющей Жирону и Сан-Фелью-де-Гишоль. А это приходская церковь Сан-Фелью, занимающая самое высокое место в старом квартале города Ла-Гастера. Прямоугольный храм с одним нефом и многоугольной апсидой. Свод представляет собой готические арки 15 века, несущие стены из камня и главный фасад из камня Жироны. Первые упоминания об этом месте – 855 год. А в 1021 году графиня Эрмисенда оплатила ремонт, а в 1058 году графиня передала церковь под юрисдикцию епископа Жироны. От этой примитивной церкви остался только замковый камень на стене колокольни, который полностью исчез, когда нынешнее здание было построено в 15 веке. В колокольне Ла-Гастера 6 колоколов, расположенные на двух различных уровнях. Внутри колокольни 4 литургических колокола, а на вершине крыши 1 из четвертей и 1 из часов. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте поставить пальчик вверх и смотрите интересные следующие видео с прекрасной страны Испания. Оставайтесь со мной, а сегодня пока-пока!